Добрый вечер. Рада вас приветствовать в зале. Вы не представляете, как меня берет гордость, потому что 2 года назад никто не представлял, что у Вовика будет вот такая аудитория серьезная и столько учеников. Ученики серьезные, парни и женщины. Что удивление для нас, армянок, потому что на дудуке у нас в Армении играют исключительно мужчины. Я не помню. У нас есть женщины-дудукисты, а Ховик? В Армении? Да. Насколько помню, одна даже, которую даже я не знаю. Знаю, есть кларнетистки, но на дудуке исключительно играют мужчины. Тебе большое спасибо за проделанную работу, за то горящее сердце и желание творить. Самое главное в человеке, когда он не ставит материальную сторону, выгоду, он истинный музыкант, истинный творческий человек. Вот я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже, потому что ты большой души человек. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Марган нарисовала стихи. Не знаю его матушку, я просто кланяюсь ноги его матушке за родившего такого сына, талантища и великого человека. Спасибо. Thank you.
Ir kodā ir tu čekāji? Ar otkārt atjāmi esat cilvēt.